Всех привет, и про 0% продолжаем мы проходить гномов. Так, у нас все тут строится, все делается. Я очень хочу, чтобы быстрее все это творилось, но у нас это никаким чудом не получается. Так, сюда надо поставить лестницу еще одну, чтобы срубить вот это до конца все оставшиеся. Но здесь у нас продолжается все замечательно. Яичницу с собой взял и погнал дальше рубить. Тут тоже давайте лестницу установим, будем продолжать дальше здесь. И тут какой-то у нас тоже есть интересненько. Давайте попробуем открыть. А тут ничего нету никого вообще. Скажу честно. Тут железо дофига, надо железо рубить, хотел сказать. Добывать. Так, что у нас? Создать. 4 штуки. У нас появилось что-то новенькое. Лампа шахтера. Светильники какие-то, ловушки. Удочку так я не создал. Переносная лампа. Настольная лампа. Ну, окно. Можно окно сделать. 2 штучки. И тут прям поставить их. Так, что нам дальше прокачивать? Через 4 минуты у нас скоро противники появятся. Это вообще не знаю для чего. О, гном здоровья какой-то здесь. Так. Это в любом случае, вот это будет у нас вот это появилось. А, рыбалку-то я это понял, что рыбалку. Не рыбака. Потом фермерство у нас появится. Магия леса. О, магия леса, офигенная штука. Нам надо что-то с рыбой делать. Ну, это понятно здесь. Фонари по-любому придется собирать, делать. Так, а у нас мы можем создать масло. А где оно создается, интересно? Вот масло. А, ягоды нужны. Ягод у нас дофига. И камень. И бутылка. Все, 12 достаточно. Бумагу можно. Давайте бумагу создадим на всякий случай. Воды у нас есть. 12 штук достаточно будет. Так. Чернила. Это нужна смола, уголь есть, вода и бутылочки. Давай 15 чернил сделаем, может пригодится. Так, удочка. Веревка одна и железо. Это как крючок типа того, можно сказать. Все, замечательно. Это у нас есть. Значит, все, удочку мы создали, значит, на кого-то можно. У нас есть рыбак. Так, охотник, лесоруб, кузнец, рыбак. О, рыбак есть. А где удочка? Кому удочка перенеслась? А правда, где удочка-то? Офигеть, удочки нет. И она будет создаваться. Вот она, удочка. Ну, я понял. А на кого одеть-то? Она что, не одевается, что ли? Ну, это плотник нужен. Лесоруб. Кузнец, рыбак. Ну, тебе дадим. А, плотник, вот он. Ну, ты давай это одевай. Сама не понимаю, а где удочка-то? И удочку вот так можно. Рыбалка, вот так делать и все, да? Ну, 4 минуты, я думаю, вряд ли что-то изменится. Я думаю, вряд ли что-нибудь изменится у нас. Так, тут он поставил, замечательно. Давай тебе руби. Точнее, добывай железную руду. Здесь у нас добыто уже, да? А, нет.
Тут надо еще вот тут сюда лестницу поставить. Так, создать, давайте. Так, а что у нас по поводу... Ну, давайте еще это создадим, фиг с ним. Замок у нас, два замка есть. Пригодится. Сундучок. Ну, мы будем менять тут постепенно все. Вот куда-то понесло мое окно. Куда-то понесло мое окно, а куда, не знаю. Вместо лестницы у меня будет скоро, ну, для строительства лучше будет заниматься этим, на самом деле. Пока никто на рыбалку не пошел. А может, для рыбалки нужен этот? Ведро? А, тут нужно вот это. А, его еще делать будут, ё-моё. У меня все, дед закончился строительный. Вот жрет молодчина. Ешь, 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 свое удовольствие. Я что, не могу его есть? Что не понимаю я. Так, дальше продолжаю рубить. Один у нас не работает, но он при этом на рыбалку тоже не идет. Давайте рубите последнее, и будем забирать потихонечку лестницу. Можем сюда пойти. Надо еще это здесь копать. И вот это надо заменить у нас здесь. Деревья более-менее выросли. Надо овец поубивать. А тут могила она осталась. Ну ладно, ничего страшного. Разберемся. Все впереди, все разберемся. Так, тут у нас все делается. Здесь рыбалочка, я надеюсь. Вот это вот. Во-во-во-во-во. У нас три дерева. Два создам. Они по-любому... Нет. А, во, 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 во. Рыбак, рыбак, рыбак. Да. Во. Зипца. Все, пошел рыбачить, заебись. Так, тут еще одна руда. Точнее, уголь остался. Так, здесь... продолжаем тоже духи рубить. Ну, точнее, копать. Здесь я не знаю, что это такое вообще. Тогда не выполнено, заебись вообще просто. Вот и все, супер. Давайте тут все-таки с землей оставим везде. Опа, и замечательно. Теперь сюда надо поставить землю. Так, создать. О, рыбку можно создать. Тут две рыбки надо. И вода здесь нужна. Так, лестницу еще вниз будем ставить. Через 47 секунд нас будут атаковать уже. Ну что там, как с рыбалкой-то? Ну пока фиг с ним, будем пока без рыбалки. Надо добиться тому, чтобы вот это у нас открылось. Чтобы магия леса у нас появилась. Это будет очень хорошая штука. Но тут надо рыбалку прокачивать очень сильно. Или жареную рыбу сделать. Вот она, жареная рыба. Уху фиг с ним. С этой ухой. Масло у нас уже есть. Вот так вот, все. А там потом с рыбалкой, с этой вместе. После нападения будем тут все рубить опять. Нужно очень много дерева. Я не знаю, отстоим мы или нет. Этот раз. Потому что мы еще тоже не готовы, это все же вторая атака наша. Так, это готово, давай, руби. Точнее, добываем
себе железо. А сколько у нас еще железа-то? 13 штук, очень мало. На самом деле, скажу честно. Открыл портал, это я вижу. А, вот здесь он открыт и замечательно просто. Так, одеть. Это у нас лучник. Этот нормально. А, это не его. Давай, голову одеваешь. Это на всякий случай. Если что, мы уберем. Так, ты тоже голову одеваешь. Все, замечательно. Чернила что-то тут валяется. Ну, погнали в атаку, что еще делать-то? А что за новое существо, гигантский муравья? Где он? Что, мы где-то открыли, что ли, его? Вот они есть здесь. Или не они? Сколько мозгов будет, ё-моё, чё только тут нет, а? Все, пошли работать все заново. Мы отбили эту атаку, это замечательно, все они радуются. У нас 9 из 9 гномов так и осталось. Предлагаю тут, вот тут прям факел поставить, пускай он будет здесь. Что там у нас появилось-то новенькое? Руна какая-то. Честно скажу, первый раз где-то вижу. Это камень табличный, является частью какого-то механизма. Может даже ключом. Может быть даже ключом. Интересненько. Нет, доски мы не будем убирать. Так, у нас сверху есть один еще чудо, какое-то это рвется к нам. Ну тут будет убрано, когда мы добьемся. Так. И вот еще один. Через 49 минут у нас опять появится новая атака. Так, что мы будем делать? Ночь, мы будем рубить деревья, которые так нету нифига, но мы их будем рубить. И я тут портал открою. Блять. Ну ладно, фиг с ними. Простите за мат. Так, тут листва у нас появилась, тоже ее уберем. Тут у нас, понятное дело, тут уголь. Можно сюда тоже копаться. Давайте тоже соберем все это песок. И вот это тоже соберем себе. Здесь у нас в данный момент ничего такого интересного нет. Давайте вот это скопаем. Нам очень много нужно этого дерева. Так, у нас здесь золотых. Зайти в магазинчик. Купить дерево. До 5. Монетик. Вообще-то можно бы и доспехи купить, да? Ух, ё-моё. А, это там кирки, все остальное. Вот меч. Вот меч можно купить за 15. Но у меня таких денег нет. За 3. Ну ладно, фиг с ними. Разберемся сами постепенно. Так, потом вот это надо убить. И прорубить. А вот это вот можно собрать. Вот дерево еще оно выросло. Блин, жалко, у нас столько нету народу в данный момент, что они собирали чисто все. Так, тут уже землю наположили. Давайте тут еще тоже землю положим. И тут эту лестницу убираем отсюда. Так, что у нас вообще есть? Так, стены.
Сколько у меня? 20 дерева. Так, нанимаем троих. Потом еще заказываем себе строительных весов. Окей, это сделали. Дальше продолжаем рыбалку свою заниматься. Жалко, тут нет ничего не нужно разобрать и все, и фиксим, или продать их можно было бы, я не знаю. Книга кузнеца появляется у нас, замечательно просто. Сейчас вот наберем. Вот и дождь закончился, замечательно просто. За тут закупоримся нормально более-менее. Так, подожди, у нас появилась рабочая это леса, да? Где они у нас? Это деревянный мост. Это хорошая штука, пригодится на самом деле. Вот она. У нас все же очень мало его. Ну, давай заместо тебя. Предлагаю тут пока вот так поставлю я. Ну я так и понял, как он без изменений. Вот сюда я поставлю. Пожалуйста, установите здесь землю. Вот тут мне пока не надо. Давай здесь землю поставим. И тут уберем лестницу. Так. Это пускай так у нас остается. Они ездить хотят. Давайте салатиков наделаем. Точнее, положим. Так, здесь у нас лестница так и будет. Ну, тут лестницу я убираю в данный момент. Так, пошли по строительству снова. Тут надо нам рабочий лес. Сюда. Да, потихонечку будем восстанавливать здесь и сделаем здесь нормальные стены и все остальное. Пока тут ничего не подбирает, но сюда копаться тоже будем и сюда будем копаться. Пока так. У меня все работают замечательно. Надо... тут сколько собирать-то надо, отчуметь просто. Так, подожди. А, я курицу, слава богу, не купил. Курицу убить... Тут портал я открываю. Тебя убить. Добыть воды здесь. Пускай тоже воды бывают. Задание у нас дополна. Так, что у нас по поводу дерева? 15 штук. Замечательно. Так, тут давай еще создадим. Двоих. И стены. Есть. Раз, два, три здесь. И тут продолжаем тоже духи устанавливать. Так, у меня появились, можно сказать, окна. А где они находятся? Вот это я еще не делал библиотеку. Нужен стол. И стол. Два стула. Ну, при этом мне не хватает на то, чтобы я поставил. И вот это мы поставим. Даже не знаю, куда ставить. Так. Задание выполнено. А рыбалка у нас идет или нет, я не понимаю. Мы выполнили чего? Лампы. А что у нас лампы как делаются? Из стекла, масла и дерева. Три лампы есть. Замечательно просто. Уют они еще и приносят, я так понимаю. Это надо сюда идти.
Деревянный набор стен, декорация какая-то здесь, щит. Блин, мне нужно срочно вот это сделать. Поплавок. А для чего мне нужен он? Ну, давайте рыбака оденем. Где тут у нас рыбак? Ну, вот так вот. Так, это мы подбираем. Никто не рыбачит в данный момент у нас вообще. О, замечательно. Тут землю мы вставляем, и здесь то же самое. Здесь до грибочка сможем дойти? Давай, освободим этого дебила здесь. Что у нас вообще? У нас не собранные ресурсы, господа. И опять дождь у нас. А у нас не собраны ресурсы. У нас слишком много. Так. Убрать деревянный стол. Мне как раз он не хватает его. Все, конечно, замечательно, но у нас не собраны ресурсы. Очень плохо. Убрать. Так, тут у нас готовится еще. Ну, сколько у нас? У нас рыбы нету, да? Ну, уху надо было еще сделать. Мы сюда зайдем только через вот примерно отсюда, что же. Еще уголь какой-то. Тоже будем подбирать, сейчас все будем подбирать. Заливает еще по-страшному у нас. Так, что у нас по поводу порталов-то? Ну-ка, молодец. Ну давай, где портал открою? Иди. А вот это что за говно, я не понимаю. А это куда пошел? Я тоже портал давайте увеличим. Что-то я не понимаю вообще. Ну давайте еще рожь соберем. Пшеницу. Офигенно просто все. Так, что у нас по поводу рыбы? Ладно, а, рыбу еще он не создал. Понятно все, что рыбу он еще не создал. Веревки нужны, но веревки мы сейчас сделаем. Есть. Тут не слишком много животных, на самом деле. Так, удочка есть. А, подожди. Чуть-чуть не осталось. Так. А лампа это шахт... А, тут веревки нужны. А вот это чё? А тут секое масло нужно. И железо. Все, масло у нас закончилось. А масло у нас делается вот так вот. И бутылка. У нас бутылок не слишком много. А бутылки у нас делаются из стекла и уголь. Они еще крафтятся при этом. Просто замечательно все. Так, а сколько у нас дерева-то накопилось? Ну, прилично, прилично. Давайте закажем себе. Стен чуть-чуть. Так, после стен давайте себе закажем еще. Вообще-то надо вот это заказать себе. Все, достаточно.
Так. Делаем тут до конца. И делаем здесь паук. Переднюю заменяем. Переднюю заменяем. Заменяем землю. Вот так вот, все. Так, тут землей пока ставим. Так, понятно все здесь. Давайте тут землю поставим. Это подбираем пока. Это не нужно здесь вообще. Рабочий лес. Такой приготовил, на пол упал. А, фиг с ним, пускай валяется, ничего страшного. Сам главное, блин, у нас почти 10 уровень, почти. Ну тут еще много опыта надо. Тут надо мостик делать. Для пушек, наверное, скорее всего будет. Тут надо ловушки уже настаивать. Так, погнали вниз. Копаться. Нет, даже не надо, вот тут можно так сделать в данный момент. Что у нас, какие дела? У нас пока еще ресурсы даже не собрали все, да? Вот тут еще валяется. Вот тут еще валяется. Вот еще зомбак ходит здесь. Короче, ничего у нас не успевает вообще. Вот и все, замечательно просто. Убираю ее. А тут на всякий случай я поставил вот это, чтобы заменить. Убить его нафиг, а. И все роняет, прям подчистую все роняет, и все, и побежали они, как бешеные. Вот это надо все скопать, то же самое. Так, давайте сделаем лестницу здесь. И будем копать. Так, тут надо скопать все нафиг. Достанешь? Так, заебись. О, улитка упала. Заебись. Один не работает у меня. Не, работает. Надо портал увеличим здесь. Еще не все собрали. Долго-долго они все это делают. Долго, очень долго все это делают они. Тоже копать. Так, давайте землю здесь. Занатыкаем. Фиг с тобой, пускай тут земля будет пока. Здесь мы уже затормозили, тут есть руда. Офигеть просто. И вот это тоже грибочек соберите, пожалуйста. Так, давайте спускаться вниз уже сюда. И тут тоже установите, пожалуйста. Рыбалка у нас так и не проходит, да? Ну, уже 78%. Замечательно просто. Так, идет сюда. Тут лестницу устанавливаем. А где эти чертиги, интересно? Тут каменные стены тут появятся уже. Ну, тут каменную можно стены будет поменять, деревянные башни. Да, надо вот это делать. Но пока у нас 37% прокачано, но они впереди еще будут. Они в любом заказе еще есть, да? У меня есть заказы на тебя приблизительно. Да, еще есть, пускай они делают это. А, стол, точнее стул я сделал. Так, факел есть.
Это у нас есть чернила, у нас есть железо, у нас есть. Это у нас есть дерево, у нас есть стол, у нас есть стол, у нас есть. Создаем. О, его сейчас создавать надо, ёптая мать. Очуметь просто. Мне интересно, до каких у него будут они работать так? Сколько я им заказал? Когда они все вот это тоже соберут, мне тоже это интересно. Тут уже новые деревья выросли. Они еще даже не собрали, нифига. Вот бегают они здесь. Так, это мы убираем. Так. Здесь землю, сюда тоже землю ставим. Даже не знаю, копать, не копать. Железа сколько у нас? Очень мало, да? 13 штук. Очень мало железа у нас. Ну, давайте сюда копай, короче. Вот еще железо. Копаем, копаем. Нет, надо песок скопать, чтобы он не мешал. Так, задание выполнил по поводу рыбалки. А что, рыбалки я выполнил? Приготовил, что и все. А тут... О, прокачал. Замечательно просто. Семена у нас есть. Мука. У нас муки нету. Так, ножницы появились у нас. Вот это офигенная штука, на самом деле. Соло. Мельница. Оградная ферма. Нифига себе, а зачем тут пшеничные зерна нужны, я не понимаю. Я сделал, вот этот камень весь выкопать и тут поставить землю. Хорошая идея, да? Я думаю. И сравнять здесь все вот это вот. Давайте рубить это деревья. Убить и овцу еще. Будем тут равнять и будем сельскохозяйством заниматься, да? Я так думаю. А как это делал-то я, менял? А, понятно. Да я не хочу эту фигню. Вот так, заебись. Так, что у нас по поводу... стен? Во, заебись. Пока хватит. Переднюю. Все пока, да? Так, здесь выставляем. А, есть у нас дверь. Да, дверь есть. Тоже строим. Подожди, тут у нас три получается. Значит, получается, здесь надо еще на один слой делать. Вот так вот будет у нас. О, упал, бедненький. Все. Вот так у нас дела будут идти. А чё, вода близко. Давайте подберем ее. Все, вода закончилась. Заебись.
Ой, блядь, уже 35 минут. Ну ладно, я думаю, на этой ноте мы остановимся. Прям на этом, конечно, мы не слишком много продвинулись. Сейчас вот это тоже исправлю я. Почему-то поменялось, я не знаю. Ну, мы деревья все рубим. Здесь мы тоже сам будем все рубить. Камни все эти достану я. На землю будет поменять. Так, здесь у нас ресурсы. Вообще-то они все забрали, все ресурсы, да? Я так вижу. Да, срубите, пожалуйста, еще. Вот так вот делаем и все. Тут чисто будет у нас это... Земля. Будем здесь строить. Ну ладно, на этой ноте мы заканчиваем. Увидимся в следующей серии таких упражнений. Всем удачи вам и пока.